бунтарь с душой индейца. Джеймс Дуглас Моррисон – американский певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Больше, чем любой другой рок-идол, Джим Моррисон соответствует расхожей формуле «секс, дракс и рок-н-ролл». Бунтарь, для которого хаос был началом внутренней свободы и своего рода философии. Легендарный лидер группы The Doors хотел попробовать в этой жизни все. Как потом объяснил название своей группы Рэй Мансерик, мы – двери между ведомым и неведомым. Эта группа категорично сформулировала требования молодежи к буржуазному обществу 60-х такими песнями, как «Riders on the Storm», «Love Street», «The End», «Hello, I Love You». Touch me, babe. Can't you see that I'm not afraid? Мы хотим весь мир и хотим его сейчас. The Doors заявлял, что его интересует лишь то, что анархично, хаотично и против авторитетов. Не раз во время концерта Моррисона арестовывали на глазах всей публики, и он стал героем рок-революции. Похоже, что группа из Лос-Анджелеса пыталась открыть двери восприятия, взламывая их грохотом. И сам Джим словно знал наперед, говоря: «Вы еще не скоро меня забудете». Алена Липина, Универньюз.